в Московской области. В зимние месяцы, с декабря по февраль, пройдут различные праздничные мероприятия, от семейных спектаклей и гастрономических фестивалей до спортивных мероприятий. Выбираем, одеваемся теплее и вперед за праздничным настроением. Расскажу вам о некоторых ближайших мероприятиях. 1 января в Подольске пройдет праздник новогодних костюмов, концертно-игровая программа с участием сказочных персонажей и конкурс на лучший карнавальный костюм. А 2 января в Сергиевом Посаде откроется уличный театральный фестиваль «Под куполом Рождества». В фестивале принимают участие артисты Сергиева Посада и Москвы. Гость – Олег Сирота, российский фермер-сыровар. Фестиваль продлится по 7 января. Какие еще праздничные мероприятия пройдут в Московской области, расскажу вам в следующий раз.